вообще, мне кажется, не самый удачный пик от команды Викинг Джи. Ну, у них темп хороший очень. Пингует, розовый пинговал кто-то. Это Ванскор. Ванскор спадает, смог понимать, что это находится здесь. Селери здорово, полетел в него контроль. Вкатывается у нас Иллюжин роллинг болдер сейчас. Пошел бодиблок, Селери. Ну, это будет ФБ, да. Это ФБшка, подъезжает у нас First Blood. Ну и Палантимус, конечно, нужно заводить. Там полетели каски, торпеда вылетает. Палантимус нет еще Рокет Берджа, но похоже хватит. Рона Ботови просто-напросто все, да. 2-0. Мне кажется, это серьезно очень минус на этой карте. Опять выходит на Селерии, это будет третье убийство, похоже. Очень это похоже, Селерия полетела. У него торпеда, да, забирают. 3-0. А вот Ванскор, непонятно еще. Ванскор, похоже, выживет. Еще кабанчика забирается. Ай, кабанчики душат жестко, очень фаррифарь нажимает Ванскор. Ну да, 6-0. Слушай, это 4 баунти руны. А, 3-3-3, там Селерия забрал. Поставляется Illusion, XVL, EMP, и тут подходит у нас Shed, кусь-кусь-кусь, Illusion взрывается. До свидания, Illusion, хорошее убийство. Энтин думает, на кого бежать, на кого подходит Ванскор, классный Меледик, но Рамир здесь умрет, конечно, да. Ответка хорошая. И Палантимус у нас пошел в лес, у нас есть стаки, кстати, у него очень полезный сумон, сатир. Но врывается на Палантимус, подходит туда бум у нас. Палантимус больно, ЕМП взрывается, работает там. Ой, хорошо, отталкивает голема у нас Иллюжин, которым был Инксел, но таки забирает Палантимус все равно. Каски полетели, Инрейдж, Шет нажимает, подходит туда БЗЗ, выпиливает у нас Атомиса. Ванскура пробивает также, Шет кончается Инрейдж. Ну и что БЗЗ будет делать, пытаться. У нас там Найнтин забирает бума, Шет улетает на телепорт, телепорт сбить ему нечем. Шет на базе, размен, тут еще и убивает и Тоби у нас, кстати говоря. В итоге это 3 в 2. Замес. БЗЗ он ее купит себе. Он ее себе купит, у нас нападает на Селерии. Селерии Дезвард работает, магнетайз, даже не жалеет. Походит сюда Тоби, Рор, Селерии тоже будет гореть, догорает. Прыгает Шет, раз-раз. Это Харбас, минус Иллюжин, пошли на Бума также. Он на Найтин, на Найтин. Найтин, поддержка нужна, повернулся он спиной. Поддержка, боже мой, разваливается лицо у нас. В итоге Тоби, но убили Найтина. В спину полупили. БЗЗ пошел дальше пытаться пилить. Мне кажется, его могут раскаять. Хотя маловероятно, потому что Палантимус уже здесь. Батя на месте. Пришел у нас вертолет. Работает батарея, но не получается пробить у нас бума, потому что невидимость не контрится. 20-я минута. Вам после контроля там-там. Полетели ветра. Поймали нас Ванскора. Ванскора должны будет здесь забрать. И Ванскора лупит у нас. Минус Ванскора. Ванскор забирает. Хорошо. Так, там что там найти и нападать пытаются? Талибарда. Талибарда. Найтин будет долго жить. Очень долго. Просто месяцы еще работают. Шет. БКБ у него готово. Но БКБ тратить не хочет. Стоя Егис. Пошел в Суомбайн. Тоги Витрас сбегает туда. Бум. Хорошо. ЕМП пошли. ЕМП. Рор от Тоби. Замечательно. Просто бьют Найтин. Найтин еле живой. Он должен будет умереть. Хотя Алибарда вешается. Найтин хилится. Живет. Забирает нас в это время. Иллюжин. Минус Иллюжин. БЗЗ. БЗЗ выживает, Шет прожимает БКБ, забирает он все-таки Найтина, минус Найтин, пошли на БЗЗ, БЗЗ пытается жить здесь, и БЗЗ забирает Палантимус БКБ, но это ему не поможет, потому что там Физерон страшнейший, залетает минус Ванскор, минус 4, делают Викинг GG, какая-то драка получилась, казалось, что не самая удачная от Викингов на старте, но потом зашел бум со спины и выдал свой шикарный рассказ сейчас, но они... Говорят, пацаны, мы не против подраться, мы пошли подраться, в итоге здесь понимает все Шет, тянется Игиса, хотя поймали Арамис, Арамис, Соумбайнд выдает, подходит, что уже забыл дэмэдж, если что, у него забыл дэмэдж свежий, достаточно, БКБ прожимается, есть Рор, забирает у нас Арамиса, пытается пробить БЗЗ, БЗЗ ветра отправляется, Алибарда его еще не готова, найти на Алибарда есть, но там БКБ еще есть, Шет делает минус 2 за это время сейчас. За Палантимус погоня, вот теперь Алибарда. Теперь Палантимус на развороте пошел. Там Инрейджа не имеется, Эгиса не имеется. Торпеда, здорово, сюда иди. Говорят ему, Тимберчейчик рам запиливает. У нас все-таки Шеда получается пропилить. Палантимус живет, хорошо, бум, бум, бум. Еще по скиллам у него есть инвиз. Если что, он испарится у нас в небытие. БЗЗ, Тоби пытается разкатурить. Мана кончается, ветра, Тоби. Нет, он не выживет здесь, он чекрам вернет и заберет дальше. За бумом погоня, полетела торпеда. Есть детекшн ли или нет? Детекшн, детекшн. Нет, невидимость не контрится, все. БЗЗ на острие атаки. Рор есть, если что, дабл дэмэдж. БЗЗ всю контрол спалил, Тимберчей нажимает. Проходит на Шеда, Алибарда получает, БКБ Палантимус нажимает. Палантимус, дерись, БКБ или нет? Боятся, боятся драться, боятся драться. Ванскор забегает, что-то делал. Ванскор у нас зашел сбоку. Видимо, он снул внимание на себя или что, или нет. Или Шет, Шет нажимает Enrage, минус Enrage. БКБ еще имеется у него. Есть также Аегис и Сыр, у него все лежит здесь. Найтин задолжил ЕМП, мана у него будет. Ванскор выкупаться может, если что. Нет, не может он выкупаться. У нас обратно
Надо поддержку найти, но Illusion покатился. Так вот сюда Illusion, Illusion больно, очень же его спасать не получается, потому что БКБ или Барту не повесит. Хэдсов прожимается от Селерия. Мшет лупит, лупит, у нас очень больно. БЗЗ, БЗЗ ветра, сейчас будет ЕМП, ЕП или Барда будет готова. Да, готова ли Барда, он пытается хилиться. 15 средних фармуров у него, но его забирает все-таки Шет. Шет делает это еще одна ли Барда. План Тима Сурона, мне кажется, вообще не внес такое чувство. И здесь Найтина тоже будет забирать. Сейчас минус Найтин, это минус 4 от команды Викинг Джи. БКБ, кстати, уже, ребят, 6 секунд, то есть все. Нашли кого, поймали у нас Селери, 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 ну тут его запилить, да. Именно Селери, дальше передраться. Здесь БЗЗ, давай, вперед, покатился Illusion. Нападает на Тоби, Тоби не словишь за него. Подходит Тоби, Рор выпускает, Глиммер успевает нажать, да, прожимает, скулдаун, подходит, прожимает БКБ. Прыгает Шет или Барду, дали перед БКБ, это шикарно, просто что пол БКБ он не бьет вообще. Сейчас кончится БКБ, будет еще одна Либарда, еще одна пошла, но урона как-то много. Слушай, пацаны, много урона, план Тимас разворачивается, БКБ, колдауна нет уже, но есть Флойка, наваливает, но урона мало не хватает, мне кажется. Шет прожимает сыр, сыр нажимается, у Шета там есть у него Маледик, Шет должен будет умереть, минус Шет, забирает его, БЗЗ, БЗЗ, КП Лопин здесь, БЗЗ, в итоге Санстрайк полетел, но на Найтина не попадает. Интересная драка, но Урсу убили. Урсу убили. Это самое важное. Слушай, бум пошел. Бум, мне кажется, бум немножко ошибается. Сейчас досты, досты, досты. Невидимость не контрится. Ну, контрится. Тут есть два смотрика у юников там. Кто там у нас поставляет Селери. Снова минус Селери. Слушай, они сейчас камбэкнули 6000 преимущества. А... Даже бум догорел, что ли? Догорел бум, прикинь, от Маледикта. Ну что, оба, на этим поднимается на рампу, у нас вешается Алибарда. Нам шеда-шед, на разворот, сопротивление ветра, ЕМП, Найтин врывается, Найтин, но он достаточно плотно. Нажимается аутсорб, есть рор, нападает на Палантимас, Палантимаса бы спасли, постараться не получается. Минус 2 делает команда Викинг-Джи, шед, шед кусает, кусает Найтин, Алибарда вешается снова у нас, но очень крутая драка, Палантимас поставился, его отзывание просто-напросто МКБ решило, сейчас урсы. Кстати говоря, правда тебе вот ответ был, и забирает также Найтин, минус 3 делает. Викинги у нас, вот это хреново очень. Рошан появится совсем скоро. Или Вокеру. ЕМП, ЕМП, ветра, хорошо. Там манок мало осталось, Эбисо разбивается голову. Глиммер досты нажимается, сбивает каст Тимберчейна, закатывает сюда Illusion, ценой своей жизни спасает он БЗЗ. Вот это поворот, слушай, вот это поворот сейчас. Хорошо, Фиксулю отогнали, отогнали, все, отогнали. Медведицу, блин, Тоби БКБ, минус БКБ, минус БКБ, в лотосор давать не хочется, рор вообще не хочется. Забегает сюда Шет, Шет начинает колотить, там Алакрити повесили, Алакрити повесили, нужно врываться, пацаны, но опять все через жопу. Ну и у нас, кстати, слушай, своровал земля себе сырой и огонем, ну неплохо, неплохо. Дальше, что у нас? Ничего страшного, забирает у нас пока что Рамис, размен один в один. Дальше пошел у нас найти на бум, а бум кончает, БКБ не кончается он. Он пока что прячется, Ванскор дает из Варта, его пробивает у нас. Иллюзия очень жестко наваливает, неприятно, но если получается пробить, ЕМП взрывается, Найтин без маны остается, у него Алибарда на всякий случай, на шеды есть, шед, хотя шед БКБ не тратил свое, смотри. Так, тут у нас то. Это поставляется Бис, Тоби очень неприятно, Тоби БКБ нажимается, Рор через секунду будет у него, прорубает у нас Ванскор, минус Ванскор, Ванскор без байбека, у него МФКД, еще план Тимас БКБ нажимается, начинает караситься здесь. Драться, Шеда пытается раскаять, план Тимас подставляется, походу сюда бум, бум раскат, БКБ, Шива, бласты, полетели метеор, план Тимас прячется у нас пока что в Глиммер, выживает у нас план Тимас, там убивает Illusion, минус Illusion, Шед, кусь, БЗЗ, ветра отправляется, БЗЗ, ЕМП полетели, найти, ЕМП взорвались у нас, минус БЗЗ, БЗЗ, байбека нету, это минус 3 у нас, остается найти, остается план Тимас, байбек есть. У Illusion, только и все, это должна быть, по идее, смерть, да, забирает Найтина. Они, конечно, постараются выкупиться, скорее всего, это GG уже выкупается у нас. Это мега-крипы. Так, полностью мы спортили ветра, ЕМП, Illusion вкатывается на Рамиса, Рамис нажимает БКБ, Шет, кусь, Палантимас, неприятно, Палантимас пока что впитывает у нас, Палантимас пытается уйти отсюда, но кончается БКБ, минус Рапира и GG сразу прописывает у нас ребята из команды Unique. Ну что можно сказать, тяжелая игра и для викингов, и для юников, но это 1-0 за викингами. Посмотрим, смогут ли юники побороться у нас с викингами на второй карте, потому что пик, ну, инвокер страшно, конечно, но остальное смотрится достаточно любопытно.
Так, сейчас спарили смог. Шеды пингуют. Шед. Да, они хотят драться. Они хотят драться. Фиссура шикарная. Готовы. Викинги принимают этот замес. Копает неплохо БЗЗ, но бум делает ферстблад. Это ферстблад для вайпера. Это будет сейчас даблкил для вайпера, по идее. Даблкил. Пошли на БЗЗ. БЗЗ. Бурострайк у него еще 6 секунд в КД. БЗЗ погони. Это будет минус 3 на старте. Это очень жестко сейчас будет. И Рошан БЗЗ забирает. Баунти ванскор забирает себе. Это получается будет, если сейчас ванскор успеет добежать. Тобит Тоби бликанулся и стал на секунду ванскор. Ты 4 баунти, конечно, ванскор рез здесь, само собой. Но 4 баунти забирает у нас ребята с команды Юник сейчас. Ванскор заходит с одной стороны, с другой стороны заходит Illusion. Это тройное проникновение сейчас будет бума. Если получится, Inkswell взрывается. Сколдснэм, ЕМП, все взрывается. И бума получается. Убить, прилетает сюда средний, но уже поздно. Полетела фиссура. Гирокоптер пока что поставляется. По-моему, Тимас неприятно запускает. Он Флой Кэннон работает, пытается бороться. Рокет Бэрэш подходит, он нажимает Маскор Сайленс. Инкслоу тобой снимает себе жучка, выпаликовывается отсюда. Рамиса может постараться убить. И, по идее, Рамис у нас здесь сейчас убьет. Вроде как. Хотя, Рамис, тапок, Виндуэйс очень быстро. Ё-моё, за... Свитеров начается, когда под него подойдут. А там Рамис попытка будет выйти через Полон Димас, Соник Вейв, если что, есть. Полон Димас на него кричат и забирают его. Что в миду, забирают у нас Бума в миду. Получается тоже пробить. Это 8-2. Бум у нас находит Аркан Ринг. Там что на боте? А на боте, вот, попытка на тебе выйти, копает его. И Слэл Сайленс. Ну, ты, конечно, ну что сверл, ну что. Это все логично. Вайпера, знаете, спать за патчем, просто крутили в ману. Ой, слаб, ой, какой хороший слаб. И Сентрячок еще, да, идеально. Силери, умничка. Опять доминатор. Так, хаунд пошел флекс у нас, что прилетает на хаунте. Соник выпал, он Димас пытается убить, его тут точно заберут. 4 героя забирает, Шед его забирает именно. Это хорошо для Шеда. Так что можно сказать, что хаунд. Куда идут? Красный же ванскор, хотя Солмбайн, Трикинеса, Хасуэм. Прекрасно, это Рамиса, ЕМП взрывается. Минус 2 делают Викинг GG. Дальше пошли Бурострайк, копают Тоби, минус Тоби. И там подрезает у нас Illusion на 3 в 1. Пока что замес. 19, опа, Арамис телепорт сбивает. Шед пошел лупиться. Арамис пытается пробить. Арамис живет, БЗЗ не видит. Ну там подходит бум, слушай. Так, это так и будет. Ну ладно. Бурострайк, торпеда, ЕМП, свап. От Силери, ну, Силери еще и сам выживает, смотри. Еще же... Хорош Силери. Ну, то есть, в общем, он спас сейчас Бума, это важно. Так, План Тимас, фиссурка от Рамис неплохая, прыгает сюда Тоби, нападает, скинул Пейн, Хасуэм, Соник Вейв, все, в него всовывает, План Тимас должен будет умереть, БКБ ему, наверное, нужен, все-таки, вот я сейчас подумал, после этого врыва. Юники, это СНГ команда, тут что, тут бум поставляется у нас, копает его, слабо отселили, снова хорошие, Дастин на развороте, станчик есть, и бум наваливает у нас, РНЖ хороший, полетел, наваливает бум, БЗЗ, хам, прожимается от Шеда, где Шед, врывает сюда, на Ванскора, улетает в репорт сюда, План Тимас, Даггер от Шеда за ванскором, погоня, кусь, еще раз кусь. Шед у нас ванскора пока что вытирает здесь. Ванскор, интересно, что с ним будет сейчас. Инксвелл нажимает, пока что живет ванскор, достает Инксвелл, но мне кажется, его сразу заберут, потому что здесь Тоби уже прыгает, все. Минус ванскор, минус 2, на 5 викингов, хорошо. Так что до часов до 11-12 будут, по идее. До 10 точно должен стримить сегодня. Хаунд нажимается. Ветра ЕМП. Солмбайн залетает. Сюда БЗЗ. Больно. БЗЗ. Бум. Просто кабина ломает. Это минус 3. Викинг GG. Хорошая драка очень. План Димас сюда улетает. И да, это минус 3 над командой Викинг GG. А где в голде преимущество? Ёшкин, матрёшкин. БЗЗ. Что по реакции? Что по реакции вообще? БЗЗ. Нашли Рамиса. Рамис кто-то блинканулся еще. Непонятно куда. Что это за блин был? Вот. Начинается у нас тут заруба сейчас. Слушай, а ванскор же он хотя бы за эпицентр. Здорово говорит. Слаб, но поздно. Там Солмбайн был далеко. И получается слаб, но Силери. Силери пока что выживает, подходит Шед. А Шед с Рейдинсом, да? Шед с Рейдинсом, больно жжет. Это минус БЗЗ, минус ванскор. Погоня дальше будет сейчас у нас от Шеда. Но он там найти немножко замедляет. Тоби видели, пошел Бурострайк, Инксвелл взрывается, Санстрайк полетел, Тоби свап, да неужели его спасают, колдаун прожимается, грязы, хаунд от Шеда залетает, туда Шед полетел на Рамис, на Иллюжин, неприятно Иллюжину, но Иллюжин умирает у нас, дальше Шед один уже,
Кто понимает, что борзее слишком красный, топи красные. У нас здесь врывается БЗЗ, экосвоем шикарный, просто забирает у нас полнотима, забирает ванскора минус 2, и БЗЗ улетает тоже в таверну, это минус 4. Вроде эпично ворвался БЗЗ, но потом пошел ответочка от Арамиса, полетела у нас, и Арамис дал экосвоем двух героев. В итоге телепорт Тоби, Арамис телепортируется у нас, слаб БЗЗ, подходит сюда Тоби, здорово, Халлан даже что-то не жалеет. Минус БЗЗ должно быть, а куда он пошел дальше, там дарит Соник Вейв, нашли кого, кто это у нас ванскор, остальные разлетелись отсюда, ну вот так. Понимаю, что карту не проиграли, они же смирились, просто попытки предпринимают какие-то интересные. Ну вот, на шедо, шедо БКБ нажимает, это был очень крутой сюрприз, Рамис шикарный, хосвоем прожимается каунт, сам Катаклизм полетел, но никого что-то не убивает. Вообще, план Димас БКБшка пытается биться, драться, где у нас шед, шед, шед. Шед здесь, и Палантимас зажимает у нас бутербродик, здесь минус 3 делают, минус 4 делают команда Викинг Джи. Баунт поднимает бум, но как-то непонятная позиционка, поймали тут Рамиса, Рамиса поймали, Шед нажимает у нас хаунт, где Шед? Шед летает, ну, просто иллюзия, пролетает сюда, тут Кебис разбивается в голову, ванскор форстафается, живет, еще там бум из леса, из-за гор, прилетает плюшки от него ядовитые, посмотри на эту рейндж атаки, невероятно, просто от бума с талантами, со всеми, и с его спеллами, с всеми и так далее, дальше копает. БЗЗ, Брос Страйк, собирают Селери, Пуан Димас и Хасон нажимает Рамис, Пуан Димас тоже умирает, это минус, ну это, наверное, минус игра, скорее всего, уже, хотя это еще не точно, Тоби погоня здесь, GG на этим прописывает, да, ГГ прописывает у нас команда Юник, 2-0, Викинги у нас побеждают, поздравляем их с победой на первой карте, на первом матче.